Всем привет, ребята! Сегодня будем играть в Ice Cream 7. Фанмейт. Погнали. Загрузка. Ух ты! Реально Ice Cream, как в Ice Cream и всё. Так, ну-ка. Настройки джойстики что-то не работают. Фанмейт был Fighter Gamer. Понятно. Ну-ка, что у нас тут? Так, коробки. Камера залагивает. Так, тут у нас... Тупик. Понятно. Так, стоп, а если? Не получается. Как-то мы слишком медленно ходим. Угу. Так, доска. Что она делает? В принципе, ничего. Так, тут ничего нету. Странно. Дверь. Она открывается? А, не, меня телепортирует. Так, стоп. Видели? Джойстики поменялись. Так, ладно. Тут тоже тупик. А ну-ка, обратно можно? Ах ты, обратно нельзя. Ладно, пошлите. О, я что-то уже вижу. Ключ? Что это? Ключ какой-то. Ладно, я думаю, он нам не нужен. Так... Что-то у нас еще. Большая комната. Понятно. Какая-то еще штука, которая закрывается и открывается. Так. Заходим. Ну-ка. Меня телепортнуло. Идеал. Обратно. Тут тоже нельзя. Что, уже все, что ли? А, ну да, уже все. Вы завершили Ice Cream 7 Friends. Спасибо за игру. Странно, что там даже оксирода не было и мини-родов. Ладно, все равно это очень прикольно. Ну, это на этом мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И жмякайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Ну, а всем удачи и всем пока-пока.